Российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам из-за бунта, который устроил главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал эти действия военным мятежом и ударом в спину России. Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Путин заявил, что сам Пригожин и пошедшие против его режима наемники понесут неминуемое наказание. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. По словам диктатора, вооруженные силы РФ и другие государственные органы уже получили необходимые приказы. Кроме того, Путин обвинил Пригожина в предательстве, а действия его наемников назвал братоубийством. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Путин призвал участников мятежа не совершать роковую ошибку и прекратить участие в преступных действиях. Также он объявил о дополнительных мерах антитеррористического характера, которые вводятся сейчас в Москве, в Московской области и других регионах. Кроме того, по словам Путина, предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она, как подчеркнул диктатор, остается сложной. Напомним, Пригожин заявлял накануне, что его наемники якобы контролируют все военные объекты в Ростове, а колонны с тяжелой техникой ЧВК из Воронежа выехали на Москву. Кроме того, Z-каналы сообщают, что 180 российских военных отказались препятствовать действиям ЧВК «Вагнер» на погранпереходе Бугаевка.